Друзья, всем привет! Ну а прежде чем продолжить это видео, хотел поблагодарить вас. Огромное спасибо за то, что смотрите, поддерживаете, пишите комментарии, даете дельные советы и за донаты детям на мороженое. Это именно те донаты, которые от друзей и чисто по желанию детям на мороженое. Я не устану вас благодарить. Спасибо вам огромное, спасибо за поддержку, спасибо вам большое. Пока был на кухне, думаю, что-то ребенок затих, так стало тихо. Сейчас идем, я вам покажу. А что делает тут Доминика наша? Ой, вот так, понятно. Это у нас получается, наверное, салон красоты здесь. Тени взяли вот так. И... Доченька. Папка его спасал с Донецкой области диван. А теперь придется химчистку сдавать. Ну или самому полдня потратить, чтобы вот эту всю красоту отмыть. Ну, что поделаешь, это дети. Поэтому глаз да глаз, всегда надо смотреть и прислушиваться. Всем добра и мира. Самое главное не ругать никогда деток. Доминика, ну все, солнышко мое, ты знаешь, что это было слишком дорого, ну теперь колесо, сейчас вот это уже походу сухо, еще чуть-чуть это подмарафетили, сейчас чуть подсохнет. О, класс, почти как новый. Все. Бывает и такое. В общем, хорошо, что еще не видела жена, так бы отругала нас. Вот такая вот у нас пошла, вот такая вот штука хорошая. Активная пина для чищения клемента мягких мебелей. Такая вот штука спасла нас. Хорошо, что была активная пена. Вот. Вычистили его. И вычистили. Почти как новый. Ничего не осталось. Вот. Сейчас пойдем на улицу. Вроде справились. Вот так вот садик Дося выглядит. У нас, к сожалению, садик разбомбили. И школу тоже. Птенчик мой любимый. А ребенок говорит, хочу пойти туда гулять. Хочу проводить время. В садик ребенок так и не попал. Знаете почему? Нас освободили от всего. Полностью. От жилья. Моя куколка. Да? Птенчик. Угу. Доминик. Ребенок хочет гулять в саду. В детском. Такой вот красоте. В домиках. Как раньше свое детство, вы помните? Как проводили? Нас родители всегда утром приводили, а вечером ближе к 5 забирали после работы. Нету садика, да, Дотенька, нету. Разбомбили садик наш, нету. Ни школы, ни сада. Выезжал под жестким обстрелом. Спасал имущество последнее, то, которое можно было забрать. И то в своих целях я вам потом дальше видео просто покажу, для чего я его просто оттуда вывез.
Просто чтобы она там не сгорела, не разбомбили. За место школ уже детки учатся в подвалах. Соорудили им в подвалах помещение, выделили под начальные классы. И вот так вот проводят занятия. В подвале. Вон все детки повыходили, уже родители встречают.